Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Да сядь ты, господи! Это биочип? Нет, блядь. Третий месяц беременности. Очень смешно. Дыши. Привет. Привет. Я проверяла подвеску. Гидравлика должна быть исправна, а то нам еще по ухабам трястись. Ну что, как спалось? Нормально. А ты? Отдохнула более-менее. Тебе ночью кошмары снились? Ты кричала? Серьезно? Не парься, мне не привыкать. Мич и Скорпион, когда вернулись с войны, орали во сне каждую ночь. Много месяцев. Что бы тебя ни тревожило, все пройдет. Угу. Будем надеяться. Ты придумала что-нибудь насчет Хельмана? Ты удивишься, но да. Смотри. Угу. Ну, рассказывай. Ключ — это мы. Кусачки — это Ави. А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок. Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета. Нет, он пригодится потом. Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет. Так что мы сделаем по-другому. Вот наше решение. Микроволновая электростанция. А почему ты хочешь сбить Ави именно там? Потому что как только оно упадет, нам надо будет его отыскать и заняться твоим чуваком. Там типичная калифорнийская пустыня. Лоско, сухо и пусто. Они у нас будут как на ладони, но тупить некогда. Электростанция. Погоди, ты хочешь использовать Эми? В яблочко. Только как? Мы же не сможем создать импульс такой мощности. Спорим, что сможем? Для начала мы заедем на станцию, заберемся в коллектор и возьмем управление в свои руки. Как только Ави будет в радиусе действия, пустим электромагнитный разряд. У них там вся техника поджарится. То есть двигатель, система навигации... И система коммуникации. Все нахрен вырубится. У них не будет шансов. Так, у тебя все просто. Может, они не полетят над этой станцией? И что тогда? Слушай, может, и не полетят. Но нам это никак не помешает, вот увидишь. Придется помотаться, но ты не пожалеешь, обещаю. У меня тут все схвачено. Ну ладно, тогда поехали. Супер. Садись, а то холодно. А станция чья? Государство или корпоратов? Они пофиг. Думаешь, кто дергает за ниточки в правительстве? Просто интересно, кому мы хотим насрать в суп? Ты посмотри вокруг, Ви. Разве не очевидно? Тут все принадлежит корпорациям. Любишь гадить корпоратам, да? С чего ты это взяла? Хотя нет, погоди. Бестия, Нэш, стилеты... Ты с огнем играешь. А ты просто любишь нарываться. Ну, значит, хорошо, что я на твоей стороне. Уж это точно.
Предлагаю сменить тему. Какой самый странный груз ты перевозила? Вспоминай. А мы что, играем в допрос? Да ладно, скажи. Замдиректора по финансам Кавказа. Ну и что в этом странного? Он ехал в багажнике, в черном мешке. Труп. Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Сейчас приедем к дамбе, и там остановимся ненадолго. Откалибруем тебя с турелью. Надо, чтобы ты тоже могла ей пользоваться. Так у нас будет больше шансов. Подключайся. Может, не будем тратить на это время? Будем. Разве что ты умеешь стрелять без поддержки и в движении. При этом в тебя лупят со всех сторон. И при этом ты еще во что-то попадаешь. Но мне почему-то так не кажется. Так что не выпендривайся, просто делай, что я сказала. Как подключаться? Через личный порт? А как еще? Только следи за Джеком, иногда его надо чуть-чуть покачать. Подключилась. Стой, сначала диагностика. Черт, все время выдают ошибку. Странно. Сейчас обойду. Знакомься, панам, это Джонни. Ни с того, блядь, ни с сего. Поздравляю, Ви. Слушай, у тебя, кажется, имплант с вирусом, который сзади на шее. Это не вирус. Просто вредоносная программа. Заебывает, но жить можно. Сука ты. А это повлияет на калибровку? Посмотрим. Ну что, была не была? Видишь кучу мусора? Дай по ней короткую очередь. Я займусь калибровкой. Отлично. Следующая цель. Один выстрел. Ага, и еще разок. Длинной очередью. Супер! Закругляемся. Вроде не так плохо, скажи. Ага. А как будем снимать движущиеся цели? Пушка откалибрована. У тебя будет поддержка системы. Только следи, чтобы отдача тебя с машины не унесло. Где эта электростанция? Погодь, сейчас увидишь. Покажу тебе одно место, оттуда хороший вид. Надо только посмотреть, что вокруг чисто. Саботаж на электростанции корпорации. Нападение на транспорт корпорации. Похищение работника корпорации. Ищешь, куда приткнуть слово «корпо» или на что-то намекаешь? Да нет. Ты начинаешь напоминать меня 50 лет назад. Не хватает только харизмы и большого члена. А что, может, мы даже и подружимся? Как считаешь? Ну, может и так. То, что произошло, не могло не повлиять. Ты похожа на меня больше, чем тебе кажется. Сама увидишь. Это работает в обе стороны. Может, это ты становишься похож на меня? Угу. Хера с два. Все в порядке. Можно выдохнуть. Патрулей вроде не видно. Большая штука — это коллектор. Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите. Потом она превращается в электричество. Станция обслуживает целый город? Честно? Да хер его знает. Ничего, скоро мы это выясним. Антенны идут по всей магистрали. Если мы запустим цепную реакцию в коллекторе, то каждая из этих антенн выдаст мощный импульс. И Ави влетит, как муха в паутину. Надо только ёбнуть импульсом в нужный момент. Пошли ёбнем. Когда приедем на станцию, ты перегрузишь системы, а я сделаю обвод для детонатора. Может, будет лучше, если я начну с трансформаторов? Поиграю с напряжением. Так остальное пойдет быстрее. Идея богатая, но только... Да, знаю, знаю, преобразователи. Это не проблема. Просто выкручу все на максимум. Вижу, мы поняли друг друга. И что теперь? Теперь ждем. Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на полете. Поняла.
Отлично, поехали. Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет. А что? Просто ты придумала крутой план. С этой электростанцией, сетями, системами, импульсом. Ну так. Главное, какой у тебя подход? Я действую по правилу 3R. Это что вообще? Разведка, разработка, реализация. Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности, и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учетом этих двух переменных. Возьми то, что есть, найди то, чего не хватает. Ну и, наконец, реализуй план. Все просто. Да тебе надо придумывать принты для футболок. 3R — это все, что нужно тебе для счастья. Ну, иногда еще пивка холодненького. Эти 3R ты изобрела? Не, куда мне. Узнала Вальдекальда от Мичи и Скорпиона. Их научили этому методу на войне, а они уже вынесли его в жизнь. Он мне уже пригождался. И сегодня тоже пригодится. А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать. Ты что думала, я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блин, а я уже почти поверила. С тобой не соскучишься. Ну чё, скоро уже приедем. Еще раз. Заезжаем, расхерачиваем систему и валим к чертовой матери. Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готова. Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали! Это все? Да, но тупить некогда. Найди панель Ви. Я подключу детонатор. Давай! Блин! Найди панель Ви. Терпи. Дыши. А, черт, по нам! По-моему, мы переборщили! Жить будешь. Мигает, как ебаная новогодняя елка. Ты хотела елка. На максимум? Вот тебе на максимум. Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило. Ви, уебывай, пока с чипом ничего не случилось. Спасибо за совет. А я только собиралась разложить тут плед, позагорать. Уже крем для я загара серьезно. Достала. В следующий раз мо... Джонни? Джонни? Твою мать. Так, я в норме. Дельтуй отсюда нахер. Не все прошло гладко, но главное, что прошло. Что с детонатором? Он работает? Да, работает. Я думала, сигнал просядет, но нет. Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило. Нам вон на ту скалу. Оттуда должно быть хорошо видно антенны. Там подождем. Ага. На. Всегда хотела нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Mm. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? Взрывы — это прямо то, что доктор прописал. Но ты прям читаешь мои мысли.
Я заметила... Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. Ветер это только подчеркивает. Я уже и забыла, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А это не освежитель воздуха в твоей машине? Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно! Летит с Пасифики! Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Что происходит? Ну, заебись. Ну, попали. Заебись. По нам! Двигатели еще работают! Они сейчас уйдут! Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать! Минутку. По нам, ты что вытворяешь? Теряет высоту! Ну все, им пизда. Поехали! Нормально! Ха, после такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это Месси Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генераторов. Езжай за ними, я скоро. Может, батареи сами заработают? Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, еду. Придется начать праздник без тебя. Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпорат. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дроны! Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Кера Лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с Митчем. По нам! Твоя стрелялка не стреляет! Блять! Опять заело, что ли? Я посмотрю! Держись, поедем на автопилоте! Заело! Вот, сука! Они у нас на хвосте, по нам! Знаю! Грёбаные защёлки не открываются! Еще чуть-чуть! По нам! Да ничего со мной не будет! Вот так, нормально! Еще часик протяну! Часика хватит! Упал! За этим холмом! Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! По нам, все нормально? Долбаный рикошет! Ты как, живая? А то живее всех живых. Чувак, ты где? Ага, алло, отлично. Скорпион! Вестите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось. Ты слышала выстрелы? Тви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Просроченный. Ай, хуй с ним. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. Нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали! Подключишься к визору? Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю, я... знаю. Подключилась. Беру управление. Нет, нет, нет. Мне жаль. Это твой клан. Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно, мы пока ничего не знаем. Корпораты ебучие!
Гранатомет. Нас разъебут, если подойдем. Митч! Он жив! Их взяли в плен! Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. В патруле 5 канов! Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за этим Ави? Бараны! Наверное, Хельмана держат в Ави. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Ага, тебя уже разнесли. Что ты мне втираешь? Это царапина. Мы разнесем гранатомет, тогда я попробую... Нет, ты ждешь в машине. С такой раной только мешать будешь. Что за хуйню ты несешь? Там мои друзья! Слушай, я дам знать, когда разберусь с их артиллерией. Тогда ты прикатишь и мне поможешь. Идет? Да, так точно. У меня есть винтовка Митча. Постараюсь хотя бы прикрыть тебя отсюда. Мысль хорошая. Давай. Отчеты в норме. Угроза. Все чисто. Еду к тебе. Открывай дверь, я тебя прикрою. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие, или я стреляю! Повторяю, спокойно. Бросайте оружие, мы можем быстро сделать так, что никто не пострадает. Мы вызвали подкрепление. Пиздит! У тебя последний шанс уйти живым. Серьезно. Давай договоримся. С чего мне вам верить? По нам. Стреляй! Заткнись! Чувак, на тебя всем насрать. Ты тут ни при чем. Отпусти его и скажи мне, где ваш пассажир. Я не знаю, куда его забрали. Ни хрена! Врешь, ты сука! Не знаешь или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь. Я позвоню своим и все узнаю. Панам! Ну только если... Помнишь, что... Заткнись, сука! Блядь! Панам! Твою же мать! Фига си. Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, панам. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Митч? Митч? Он жив? Панам, прости меня. Я не успел. Нет. Нет. Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащила меня. Жаль, не смогла вытащить всех. Ну что уж теперь. Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да. Мы пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Панам, смотри. Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана. Ты обещала мне помочь. Это еще в силе? Я всегда держу слово.
Мич, я найду этих тварей. Обещаю. Езжайте, я позову наших. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Давай так. Кантао явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. По нам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей. Я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантао. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви? Ты хорошая. Ты помогла мне с Нэшем, потом с Митчем. Я у тебя в долгу. Так что найду я тебе этого Хельмана. Ага, значит, вот как? Просто отдаешь долг? Нет. Кочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас своя. Это приятно. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Эти ребята были тут. Так, поехали за ними. Так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне осточертеет город, мы накупим консервов, набодяжим в термосы кофе с виски и поедем, куда глаза глядят. Он хотел уехать подальше от всего этого. Лёва, и я бы так хотела. Да, круто. Почему так всегда? Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай, всякое бывает. Но ты-то жива. И у тебя еще есть кое-какие дела. Угу. Как я могла забыть? Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих, их ждал большой сюрприз. Осторожней. Солдаты забрали Хельмана с собой. Если они перегруппируются и вызовут подкрепление, нам пизда. Тогда ускоримся. Тут, наверное, можно больше не искать. Хватит, тут никого нет. Надо проверить, куда Кантау его забрали. Скорей. Ты была права, она сломалась. Ее еще... Разумно, им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню. Пару лишних минут это нам дало, надеюсь, но они все равно... Надеюсь, Мич связался с Альдекальдо, а то с этими помехами... За ним приедут, не волнуйся. Знаешь что? Что? Вот это и есть моя жизнь. Выбираюсь из одной ямы с дерьмом, чтобы упасть в другую еще хуже. Банам. И ведь, блядь, других тяну за собой. Заебало. Короче, Ви, если я опять что-то просру, пни меня по жопе от души. Что ты просрала? Просто пни. Ладно, ладно, пну. Следы ведут на холм.
пошли туда. Окей, я тебя прикрою. Дроны, патрули, они засели тут. Ну да, Хельмана они, наверное, где-то держат в заперти. Блин, Ви, смотри, распределители выглядят нормально. Не похоже на заброшку. Они могли вызвать сюда новое Ави. Ну, скоро увидим. Давай, террористка Херова, покажись! Вы тут все поляшете, уёбки! Быстро-быстро! Я внутри. Поняла. Хельман должен быть тут. Спокойно, нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юринобу Арасака? Ты меня увезешь или... Вот же крысеныш. Сейчас или заорет, или убежит. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчило не знает, кого ему больше бояться, тебя или Арасаки. Ничего лишнего. Ты вроде собиралась позвонить Такэмури, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. Не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе не приятель. Такэмура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывести его туда, где тихо. Ну да. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Угу. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Меч вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спасла Митча. Она и Панам. Они обе мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать! Круто! Отворачивайся! Делай вид, что меня нет! Это у тебя всегда хорошо получалось! Погоди,
по нам, правда, не виновата. Помолчи, мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет, ни в чем. Да, конечно. Это все из-за меня. По нам помогала мне. Если бы не я, Ави не сбили бы, и Скорпион со своими парнями за ним не поехали бы. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, по нам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Не парься из-за Сола. Он потом успокоится. Да, мне все равно. А ему далеко не все равно по нам. Сол сказал ехать за вами, когда про все узнал. Он волновался за тебя, понимаешь? Сол? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и травмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся не лезть на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити? Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Где я? Что это за место? В мотеле, в жопе мира. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал по заказу Арасаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Юринобу Арасака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? Твоя железка пытается меня убить. В рекламе, по-моему, об этом не говорили. Если у тебя какие-то претензии, рассказывай подробнее. У меня в голове конструкт Джонни Сильверхенда. Его нужно оттуда убрать. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украла его. У Юринобу Арасаки, по заказу одной телки, которая потом меня кинула. И ты решила, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Когда я получила пулю в голову, конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Юринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Арасаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы! Это не так просто. Я сейчас не поняла. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой Рипер сказал... Ты что, показала биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Я чуть не сдохла! Или ты что думаешь, что я первым делом поехала сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип инграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не инграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными инграммами. Они выпускались поштучно и стоили дохера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки инграммы в новое тело.
Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы инграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть. Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Значит, если бы не Юринобу, никто бы о нем не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Воу, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представляла нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Охва! Невероятно! Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что? Что такое? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать! Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно. Единственное, что я могу сделать... Давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди, ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть, инграмма рано или поздно победит? Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой в Арасаки. Так что происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я сюда пришла не на лекцию по философии. Это не философия, это нейробиология. Благодаря тебе я подтвердил свою гипотезу. Скажи, ты уже заметила, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в моей голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня ни к чему принудить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. Что это значит? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежней тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик, террорист, самоубийца. Ну ебануться. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Только Джонни, в отличие от тебя, не продался. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда? Хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что? Хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак. Ты пытаешься меня убедить, что ты бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю время нам обоим. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно.
Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем что ли? Сам же сказал, что ты права. Забудь про Кантао. Придумай что-то поумнее. Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блять, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Мы почти закончили. Документы. Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. Ну, с Хельманом можно считать разобрались. У меня язык, как наждачная бумага. Теперь... О, неужели Ви не дала тебе даже стакан воды? Блять, что за... Бесчеловечно. Блять! Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые бедра. Нет, не стоит. Да сядь ты, господи! Это биочип? Нет, блядь. Третий месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла, ебать Арасаку. Бла-бла-бла, взорвать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не скажу, что я рада. Ты ебаный манипулятор, циник и эгоист. Ты открываешь рот, только чтобы кого-нибудь облить грязью. Но когда нужно, мы же нормально общаемся. Может, пора чуть больше мне доверять? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотела стать легендой Найт-Сити. Теперь я хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Зачем Арасака вообще построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Подкупая людей, промываем мозги, но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют.
как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это, как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура еще больше. Он хочет управлять человечеством. Теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Потому что ты в тюрьме навсегда. Навечно. Да ничто не вечно. И вообще, для конструктов Микоши время не движется. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапой к нам. Ты понимаешь, что делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Идем. У нас много дел. Идем. Плохо дело. И сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться. Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать. Избавил 32 корпорации от уплаты налогов на прибыль. В их числе Кантао, Арасака, Мур Технологис и Дайнала. Поясню. Совокупный доход этих компаний – это десятки триллионов евро-долларов. Как распределились голоса по этому вопросу? 99 за, 1. Этот голос разума был моим. Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Горо, рада вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру Сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не понимаю, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занималась своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Так, а дальше? У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуке? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь.
Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Как-то странно получается. Мне всю грязную работу за вас делать. Ты хочешь поменяться местами? И что ты ей скажешь? Здравствуйте, меня зовут Ви. Ханако сама меня знает. Говорить с ней должен я. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пивка? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Я не хочу умирать, только не здесь. Блять, сработало. Ну? Извини. Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Да расслабься. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Ты, Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханако-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханако-сама. Это будет самоубийство, но я и более глупую херню творила. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Нет, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че зависло? Не спускай его с поводка. Он же и пары метров не пройдет. Обязательно споткнется о свою ебучую честь. Я с вами. Вы же тут ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытной воровки. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Повар! Сделай погромче! Я принял решение... Юринобу! Он самый. ...безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс... Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Скажите, что такое убийство моего отца?
Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... Ксу. Фракции внутри Арасаки? Какие, например? Три основные. Киджи, Хато, Така. Киджи за стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичику-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. А Така — это группа предателей, которых собрал Юринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. С чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханака-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханака поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется? Вдруг у дочки Сабура она есть? Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну,
Ты готова? А вы не хотите пока метнуться за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской. Или с жареным лососем. Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая, вкусная и питательная. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом. А то нам захочется есть. Можно начинать. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Тьма неплохо. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Кажется, все рассмотрела. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорила, когда входила в компеки Плаза. Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Такая лапушка. Я думала, их уже не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенеко, что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера, это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Кицуне, Капа и как раз о Баканеку. А где вы выросли? Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я была маленькой, я постоянно бегала по крышам, чтобы копы не поймали. Коленки вечно были разбиты в кровь. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Арасака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, и сейчас занимает. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться,
еще и получил образование. А как Салага превратился из чистильщика сортиров в телохранителя самого Сабура Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабура? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов. Арасака сама заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабура. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Горбатиться на корпорации не то чтобы мечта любого человека. А, значит, воровство гораздо более благородное занятие. Я, по крайней мере, не отбираю ради прибыли у планеты и людей все ценное. Корпорациям нужны деньги и ресурсы, чтобы поддерживать порядок. Иначе кто станет нами править? Коррумпированные политики? Массы, приросшие к визорам? Циники и нигилисты вроде тебя? Успокойтесь, не каждый стремится изменить мир. К сожалению, это так. Вы не помните, что случилось в Дайнере Тома? Люди терпеть не могут корпорации. И я их понимаю. Да, мне есть о чем жалеть. Но явно не о том, что я ограбила Арасаку. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира. Забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клан, а не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Камбэке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласна. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханака сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Блин, совсем ты плохо. Ты выглядишь неплохо. Я внутри. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу, пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Меня атакуют! Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы.
Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Ха, возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Ви, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ви, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Блять, сработало! Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.